Доброго здоровья, друзья! Если в прошлой серии я жаловался на жизнь, то не могу разобраться, почему азотная кислота не делается. Точнее, она делалась, только она в автокрафте не удалялась сам крафт. То есть система не видела приход азотной кислоты. Все оказалось очень просто. Все было из-за диоксида азота. Были тогда подозрения на этот счет, ну, они подтвердили. Если серная кислота все нормально, то с азоткой вот делалось, но система не видела, что азотная кислота возвращалась. Теперь все работает. Ну, здесь-то ничего не поменялось, все поменялось внизу. Посмотрим, что было переделано. Так, давайте глянем сперва на все производство, на все рецепты, которые я использую. Серная кислота. Один проход – это сера, кислород и вода. Азотная кислота. Я делаю по две штучки сразу, по два ведра. Это диоксид азота. Это тот же кислород и та же вода. Диоксид азота делается из азота и кислорода. То есть мы видим, что общее во всех трех рецептах это вода, которую я добавил сразу, общий, и кислород. Поэтому я добавил input H, общий на оба химических реактора. И из системы через шину экспорта теперь подается кислород. Что остается в сухом остатке? В сухом остатке остается азотная кислота, теперь делается только из азота, то есть мне достаточно азот подать. А серная кислота делается, подается только сера. Все остальное система берет вот отсюда, воду и кислород. Если серная кислота делается в один проход, то азотная кислота делается в два этапа, я уже и говорил. Сюда подается азот на input hedge. Дальше кислород азотов мы получаем диоксид азота, который попадает сюда и возвращается обратно в input hedge. А дальше уже диоксид азота, опять же кислородом и водой, мы получаем азотную кислоту. То есть все работает, все замечательно. Был, конечно, рецепт азотной кислоты на один проход. Это через тот же кислород, азот и водород. Но я водород не хотел тратить, потому что водород пока еще вещь, ну, не редкая, а пока редкая у меня. Я его пока еще в промышленных масштабах не добываю. Но что касается водорода. Водород. Прямо в рот. Водород. Есть два. Несколько вариантов. Первый. Это все-таки задействовать. Север. Ты где? Вон там север. Нажимаем буковку, идем сюда, и наконец-то задействует соленую воду для добычи водорода и хлора, который также необходим. Но есть и другие варианты. Есть и другие варианты. Вариант первый. Так, сейчас я его найду. Вариант первый. Это через химический реактор и метан. Капсулу дистиллированной воды. Возвращаются две пустые капсулы и 8 водорода. Метана у меня там попой ешь. А есть еще один вариант. Сейчас тоже найду. Покажу. Это проще через тута. Тут же метан. Тот же метан.
тот же метан в электролайзере. 5 капсул метана. Но здесь немножко не выгодно, потому что здесь из 5 капсул метана мы получаем всего 4 водорода. Тогда как из 1 литра метана через химический реактор дистиллированную воду мы получаем сразу 8 водорода. Так что надо будет вот такой вот речептик, сделать на автомате, и нехай метан перерабатывается в водород. Бо он всегда нужен. Абсолютно всегда. Ну, с этим мы разобрались. Это можно убирать. Пора заняться вот этим. Я пойду работать, скоро вернусь. Финальное тестирование изготовления 16К компонента хранения. Сколько всего пришлось переделать, точнее сделать. Интересно наблюдать. Это все делает, крутится, вертит. Так. А вот тут что-то произошло. Ага, я даже знаю, что... Там. Так, не с той стороны. Так, ну да. Я захотел сделать. Конечно, конечно. Да. Без питания ты вообще не работаешь. Куньк. Видишь, куньк. И вот. Вот теперь работает. О! Все работает. Так, сейчас я вам покажу, что было сделано, переделано и доделано. Ну что, давайте посмотрим, что здесь поменялось. Ну, во-первых, появились вот эти три машинки. Первое, это Fluid Solidifier для того, чтобы делать пластиночки с поливинилхлоридом. Они нужны вот для СМД капаситора. Вот они. Потому что танталовые фойлы, фольга, это уже делается из пластинок, то из слитков. И дальше два ассемблера обычных ВЭшных. В одном делаются капаситоры и транзисторы, а также логический процессор с золотым ядром. А во втором ассемблере уже с единичкой. Тут вообще ничего, тут с единичкой. Тут уже делается сами шаблон, компоненты хранения на 1К и на 4К. И появилось еще, поставил два ассемблера, но уже ЕВ-шных. Тут у меня идет ЕВ-линия. Вот. И через трансформатор уже питается два ассемблера. Один пустой. В нем делается инженерный процессор с алмазным ядром. И во втором уже с единичкой. Вот уже делаются сами компоненты хранения на 16К. Дальше. Дальше. Чтобы дальше. Так. Я сюда не хотел. Так. Вот сюда теперь. Пунька. Ассемблер-машина вот эта вот, которая работает в режиме циркуит-ассемблер. Здесь делаются микросхемы LV и R и MV уже третьего тира. И совсем забыл, что для их изготовления нужен солдеринг алой. Поэтому я сюда через шину экспорта, через жидкостную шину экспорта, просто заливаю тупо из АЕшки там солдеринг алой, потому что все микросхемы делаются с этой жидкостью. Так, с этим понятно. Дальше.
Laser Engraved. Здесь появилось 2. Еще занялось. Так, это что? Рубиного я делаю ничего пока. Тут у меня пик. С Yellow Garnet. С линзой из Yellow Garnet делается вот такой вот Engraved Gold Chip. Здесь из обычного стекла. Линза из обычного стекла делается Engraved Diamond Crystal Chip. Ну, здесь пока ничего. Но что касается вот этого драндулета, я посмотрел, что в дальнейшем мне придется делать еще один такой, но уже как ассемблю. Ну и ставить его сверху. Так как сверху он не поместится. Вот так смотрю, поместится, но впритык. Впритык, поэтому здесь придется поднимать крышу до максимального. То есть сейчас здесь 7, плюс 2, 9, и еще 6 этажей я могу спокойно приподнять. И поставить сюда сверху еще один такой аппаратик, который сделает чисто ассемблер, и чтобы он мне собирал все остальное. Теперь что касается тута. Есть две жидкости, которые требуются для создания различных микросхем и так далее. Это вот сам солдеринг коллой. Но чтобы не забивать тот мультитанк вспомогательными жидкостями, поэтому я сюда поставил супертанк, и через жидкостное шинохранение у меня она находится как бы в АЕшке. И так как сейчас, то есть вот эти вот SMD элементы, они все запрограммированы. Сейчас MV процессор, в рецепт которого входит Advanced SMD, делается из внутренних запасов. Когда-то, еще давным-давно, делая квест, я все элементы Advanced SMD, вот эти вот резистор, диод, транзистор, капаситор, я их сделал. То есть пока они еще... Там этот процессор делался из внутренних запасов. Также из внутренних запасов CPU и пластиковый circuit board. Их тоже надо программировать. Но тут уже нужен полибензимидазол, ПБИ, чтобы он был здоров. Поэтому я сюда поставил портейбл танк. Сделал еще два прохода. Вот они. У меня до сих пор висит этот самый полный рецепт на полибензимидазол. Поэтому я сделал два цикла вот таких вот, залил сюда. Тоже засунул. Подключил это к АЕшке через шину хранения. Теперь оно будет работать отсюда. Потому что вот здесь полибензимидазол, тут полибензимидазол. Тут много еще работы. Так, что еще тут? Так, сказал этот, который биндяк. Так, 16К мы сделали. Теперь как бы вот это бы. А ну-ка. Ну, малыш, давай. Попробуй отгадай. В принципе, тут для 64К компонента хранения есть несколько вариантов. Первый уже с инженерным процессором, с алмазным ядром. Можно использовать уже вот такой рецепт. Но это уже будет, когда будет стоять ассемблер в самой чистой комнате на EV напряжении. Тут уже Diamond Core Chip, то есть на один процесс меньше. Но мы пока вот это вот. И вот так. Пунька. Делается он с единичкой на 2К, поэтому мы его берем. И вот к этому покладем. Нам останется только сейчас
сделать вот это. Тест сделать вот это. Да, он у нас делает в чистой комнате. Ну, циркулит там у нас есть. И вот он, солдеринг коллой. Так. НЦПУ у нас тут есть? Есть. А Пайн Электрум? Пайн Электрума нету. Но где-то тут у нас Пайн Голд. Коппер. Неужели тут-то нету? А Электрум у нас есть? Элек. Электрум МГТ. Да? Да. Сейчас я быстренько это запрограммирую. Вот у меня эти адвансы просто еще с прошлой жизни остались. Так, сейчас я это запрограммирую быстренько и вернусь. Так, добавим сюда карту емкости. Там уже места нету. В моем проводочном. Так, нам нужно вот это, да? Так, делаем вот так и сразу умножаем на 2, потому что с одного слитка идет 2 провода, сразу 8 штучек делаю. Это готово. Дальше находим вот эту штучку. Тоже делаем вот так. Потом идем сюда. Ищем, где тут наши проводочки. Вот они. Вставляем это сюда. Правильно? Правильно. Потом идем сюда опять. Берем вот так. Берем вот так. Вот так, вот так и вот так. И ищем наши циркулиты. Вот они. Пуньк. Так, теперь смотрим. Ебеничкой. Так, стоп, я папа. А, есть на 6. Ну давайте проверим. Так, а ну-ка брысь. 54. Одну штучку. Золота нет. Не хватает 56 пыли заряженного кварца. В принципе, это не проблема. Сейчас это все закинуть. Сейчас, друзья, секундочку. У меня тут, оказывается, уже было. Мы это все закинем. Так, ладно, пока подожди немножко. Так, это сюда. Да, это все придется автоматизировать, разумеется. Сейчас это доделается быстренько. Так, готово. Иди отдыхай. И посмотрим. Так. Брысь. Давайте одну штучку. Еще не хватает. Тут все есть, да? Ой. Готово. Так, гуляй, Вася. Так. Ну что? Let's go. Вроде все есть. Да? Да. Сытый арт. И смотрим. Ух, 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 ух. Сейчас мы это сделаем. А потом кое-что глянем еще. Осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть. И 15к.
а я хотел 64. Глупый пингвин, робко прячет. Ого. Не хватает Advanced Circuit Board'ов. У меня тут есть еще в запасик? Нету. Нету. Так, не, я не успокоюсь, пока не сделаю. Так. Золото. Так, Advanced. Ад. Так. Цирку. Цирку. Advanced. Так. Advanced Circuit Board. Делается из эпоксидки электрума и, мать его, аренхлорида. Эпоксидка у меня есть. Так, я сейчас сделаю по-быренькому. Сейчас, секундочку. Секундочку. Волт. Раз. Два. Мать его, три. Так. И у меня тут где-то эпо, которая китка. Глажи. А, вот она. Эпидная резина. Так. Так. А ну-ка. Нет, тут точно нету. Тут я натворил этих пластиковых бордов. А толк с них. Да. Это не то. Вот. А, вот же Advanced есть. Две штучки. Иди сюда. Там сколько нужно было? Сейчас, друзья. Ага. Только золото осталось. Давай, да? Ну, сейчас я приду. Последний штришочек. Еще вон. Так. Ну что? Пробуем. Все есть. Интересно, сколько ты будешь делать? 5 минут. Не мучить вас этим процессом 5 минут я не буду, даже если это 4. Мы уже вернемся, когда почти все закончится. 5 минут прошло, а оно уже некоторое время показывает 2 копейки. Ну, что-то делает, что-то крутит. Дело в том, что вот эти вот вещи делаются на ШВ. Поэтому я так думаю, что надо будет все-таки делать мультимашинки и поднимать напругу. А для этого надо чуть-чуть еще разобраться с питанием. Потому что пока вот на автокрафт, на все вот это вот машинерию, дается пока всего лишь 8 ампер. И в напряжение, что может не хватать. Поэтому надо делать еще 2 динамо хэтч. Короче, есть куда развернуть. Ну, ждем. А вот что с питанием. Прыгает. Приходит. Но иногда под 40, под 32 вылетает. Ну ничего. Запаса? Ну. И да. Так. У меня пока только это. Ну, это мы не трогаем. Ладно. Возвращаемся, Цурюк. Да беги ты. Что у нас тут? О! Еще чуть-чуть секундочков.
но мы вернемся чуть позже, когда уже совсем секундочки осталось. Ну, последние секундочки. Еще одна на 16 сделает. И... О! Готовченко. Теперь у нас есть компонент хранения на 64К. Теперь давайте сделаем вот что. Чтобы понять всю задницу происходящего. Оба! Понятно, да? Чего не хватает? Сколько всего надо на авто... Ой-ё! На автокрафт вешать. Сколько всего? Это циркут-бордов куча. Это пыли заряженного кварца. Вот эти, короче, понятно. То, что где красное, это всего нет. И в автокрафте. Или исходных материалов нет. А золото требуется просто жопа. Извините. Вот так вот, друзья. Ёперный театр. Ёперный, мать его, театр. Ладно, друзья. Еще надо подумать, как бы вот это вот все. Вот этот вот ПБИ, чтоб он был здоров, на автокрафт повесить. Ты понимаешь, это можно. Надо как-то продумать, чтобы это все было поменьше машинок. Не знаю, хватит ли, например, двух больших химических реакторов на производство всего вот этого. Не знаю. Посмотрим. Ладно, пошел это делать дальше. У нас теперь есть... Так, вот тут. У нас есть уже вот такой вот штучка на 64К. Я так думаю, что вот здесь вот надо будет добавлять парочку на 4 сделать и поменять хранилище создания с 1К на 4К. А то я уже смотрю, не хватает будет скоро вот таких вот процессоров. Обработка. Ой, вернулся. Ладно, на этом я с вами попрощаюсь. Ставим пальчики вверх. За труды мои очень тяжкие. И будущие труды очень тяжкие. А на этом я с вами попрощаюсь. Всего хорошего вам. До скорых встреч. Пока-пока.